Приветствую снова, друзья. И, как и обещала, у меня три посылки, которые мне пришли с наклейками. Пришли они все в разное время. Значит, 11 января пришла посылка, 13 января и 24 января. Я вот как раз вот эту последнюю очень ждала и надеялась, когда же она наконец придет. И две у меня посылки уже распакованы. Вот. Я, собственно, не снимала это видео, потому что ждала, когда придет третье. Здесь наклейки с котятами. Так, давайте я их все сейчас распакую, чтобы уже пояснить, в чем прикол. Здесь три набора с наклейками. И вот эта последняя посылка, которая шла, наверное, дольше всех. Сейчас мы ее тоже... распакуем. Вот. И здесь два набора. Раз, два. Весь прикол в том, что все они одинаковые. Ну, как сказать... Сначала я заказала котят, вот. Потом я заказала у другого продавца других котят и вот таких вот, не знаю, кто это, зайчики, вот. И потом у меня оказалось, что я заказала у третьего продавца точно таких же зайчиков, точно таких же котят и точно таких же кошечек. Оказалось так потому, что заказывалось это все, опять же, 11-11, и заказывала я эти наклейки в самом начале, то есть, ну, когда только день настал, началась распродажа в 11 часов 11 ноября, и я тут же заказала эти наклейки. И, видимо, произошел какой-то сбой, потому что очень много народу как бы накинулась на эту распродажу, видимо, произошел какой-то сбой на сайте. И когда я, ну, сначала добавила в корзину набор из кошечек, и потом набор из кошечек и зайчиков, я нашла другой, третьего продавца, у которого были все три вида наклеек. Я эти аннулировала и добавила эту покупку. Но по факту оказалось, что эти две не аннулировались из-за того, что завис сайт. И когда я заказала эту и стала оформлять покупки, получилось, что все они оказались как бы заказанными и все были оплачены. Поэтому у меня такой вот набор из наклеек на, не знаю, на год вперед, наверное. И пока кошечек я заказывать больше не планирую. Но, как уже говорила в одном из видео в обзорах, что я планирую создать серию своих собственных наклеек, потому что китайские наклейки, они все однотипные и практически у всех блогеров одни и те же наклейки, то есть все показывают одно и то же, а хочется что-то свое. И давайте их посмотрим поближе. Я сейчас переключу камеру и покажу каждой наклейки поближе, собственно, что пришло и в каком количестве. Итак, давайте же приступим. Все наборы абсолютно одинаковые, то есть повторные наборы, количество одинаковое и абсолютно одинаковое содержимое. Хочу сказать, вот эти два набора ничем не пахнут, ну, пахнут бумагой и просто краской, вот как печать на бумаге, ну, клеем каким-то, ну, то есть это такие естественные запахи, как в любом магазине в нашей стране вы покупаете что-то печатное и пахнет точно так же. Вот эти котята пахнут очень ядрено. Но я думаю, если их вытащить из упаковки, то они проветрятся и запах уйдет. Еще хочу сказать,
сейчас пока с фона уберу, чтобы они не мешали рассматривать, что вот эти котята, они на пленке напечатаны. И сейчас попробую поближе как-то, чтобы был почетче рисунок. Вот. Вот эти котята, они сделаны, напечатаны на пленке, и когда вы отрываете, отклеиваете наклейку и приклеиваете, ну, куда-то на бумагу, то учтите то, что вот этот ореол вокруг кошечки, он прозрачный. И если у вас бумага в клетку или в полоску, это будет просвечиваться. Вот такие веселые котятки. Это у нас, значит, первый лист. Вот такой второй лист. Вот такой третий лист. Четвертый лист. Если вы не успеваете посмотреть, вы можете поставить на паузу и посмотреть уже более детально. Пятый лист. Здесь еще присутствует девочка, которая везде носится с этой кошкой несчастной. И шестой лист. В комплекте 6 листов. Ну, именно в этом наборе, остальные наборы я не считала, как-то просто просмотрела. Сейчас вместе посчитаем. Так, дальше у нас наборчик вот такой с зайчиками. И давайте посмотрим. Он тоже на пленке. Первый лист вот такой. Второй лист – это черно-белые такие вот котята в разных позах, котята-зайчики. Так, таких оказывается два белых. Так, вот такой вот, это четвертый лист. Вот такой вот пятый лист. И вот такой вот шестой лист. Очень радует, что помимо, собственно, зайчиков, здесь еще есть вот такие вот милые наклеечки, там звездочки, пирожки, тучки, солнышки. Это тоже очень прикольно. Вот, и здесь идет картонка и сзади описание. И последний наборчик. У нас вот такие мелкие кошечки, честно говоря, я думала, что они будут крупнее. Они уже идут. Сейчас посмотрим. Они тоже на пленке идут, но фоном идет уже не пленка, а бумага, но сам ореол вокруг картинки, он тоже прозрачный. И вот такой у нас первый лист. Тоже кошечки довольно занятные. Так, вот такой второй лист. Ой, вот такой третий лист. Здесь вообще много всяких разных кошек и пироженок, бантиков, кружечек, корма, каких-то медалек, табличек, марок. Вообще прикольная такая. Так, это третий лист. Четвертый. Пятый.
И последний, шестой тоже. Здесь это получается как такие разделители или бордюры, как их называют, линейки. То есть это одна такая длинная наклеечка. Вот. И также здесь тоже была картонка и сзади разъяснение, что же туда входит. Вот. Так что вот такие у меня получились три набора. Ну как три набора дважды повторенные. Вот, совершенно случайно из-за сбоя на сайте AliExpress в день распродажи. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, обязательно нажимайте на колокольчик, жду ваши комментарии и пока-пока, до новых видео!